Тот же вид, только утром. Это стройка выходного дня, строим дом, здравствуйте. Вот такая вот траншея. И, наверное, с дороги ее лучше видно. А то в ночи-то не слишком было снимал. Но это по запросу моих любимых. Они говорят, быстрее, быстрее, быстрее. Ну что, вчера ночью сделал, ну, в темноте, скажем так, сделал промер, и получилось так, что здесь я вот зарылся на 19 сантиметров глубже, чем вон там. Ну, оно и видно. Там вот возле первого штырька у меня уже было 8 сантиметров вглубь. На этом, ну, тоже где-то сантиметров 12, то сюда где-то сантиметров 19. О. Скорее всего, коты походили, точнее, мой кот здесь обслужил себе место, скорее всего, свежераскопанное. Так, так что, ну, буду смотреть, потому что вот с краю у меня стоит на 3 доски, а в самом начале на 4. И тогда 126 на 10 сантиметров больше, это 136-149 сантиметров. Это для того, чтобы только вот ноги туда влезли, осадить, и тогда там что-то досыплю. То есть не слишком я и много взял, но вот до колодца дошел, вон видно стенка чуть-чуть. Ну, в любом случае надо будет с колодцем что-то делать, так я не оставлю, даже когда опалубку. То есть надо будет стены хотя бы на полметра или вот на ширину так вот кусочки нарезать и утеплить, или поверху пустить, одно из двух, чтобы там не промерзало. Но вот с этой стороны, потому что близко будет бетон проходить, здесь, наверное, какую-то вставочку я там сделаю, вставлю. Ну, подумаю, посмотрю интернет, или вы что-нибудь подскажете. Но утро прекрасно, схожу сейчас быстренько за грибами, за маслятами. Есть, есть, нет, нет. Вчера, конечно, замудохался с ними, перебирая это все. Ну, все нормально, все хорошо. Всем пока.